почти все едят лук. Но мало кто знает, что лук спасает от тромбов. Или наоборот их вызывает. Зависит всего от нескольких минут на сковородке. Научно доказано. Разжижает кровь только сырой лук, лук, замаринованный в уксусе 10-15 минут, или пассированный не дольше 3 минут, а потом быстро охлажденный. А если варить, жарить или тушить больше 15-20 минут, лук теряет полезные вещества и может даже загущать кровь, повышая риск тромбов. А еще красный лук полезнее белого или желтого, в нем больше антиоксидантов и веществ, которые защищают сосуды. Чтобы был эффект, лук нужно есть регулярно и не меньше 50-70 граммов в день. Это примерно половинка небольшой луковицы. Хотите, чтобы лук работал, но без ядреного запаха? Нарежьте и замочите в уксусе минут на 10. Запах уходит, а антиагрегантный эффект сохраняется. Или быстро протомите на огне и сразу охладите, добавляя его в готовое блюдо. Даже самый обычный лук может стать лекарством или ядом. Все решают детали – как готовишь, сколько и как часто ешь. А в следующих выпусках расскажем, на какие болезни еще влияет лук и как именно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.